Приготовились! Тупо застревание тачки. Начали! Чуть левее мы выехали, Владимир. У меня вечно чуть левее. Который раз ты уже садишься. Зараза, твою мать. Вася я. Местный. Вася, ну толкнуть бы, а? Ой, ёпти. Что, тоже, небось, в город хочешь? А? Ну все, это надолго, мать его. Только в городе, дружочек, мозги нужны. Давай, 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 давай. Давай, 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 толкай, толкай. Куда идешь-то? Да, на станцию там. Сказать, помочь надо. Сделать там. А, и что сделать? А, хер его знает. И часто надо. Да нет, только как поезд идет. Два раза на неделю. А, хреново как. Ну, все же работа. Хреновая работа. Слушай, приедешь в город? Я тебе помогу. Ну-ка еще! Все! Ну, иди сюда. Заработал. Держи. Визитку не потеряй. Позвони. Ну, поехали, дамы. А ты-то что здесь стоишь? Иди садись туда за руль. Не сиди здесь, вали отсюда. Мой поселок Ресной в Новгородской глубинке назван именем Ты ручейка, что теребит болота, лесные овраги, унося свои воды в бека. Черевученец наш, он возведен где-то началом 20 века. Вот пролаживали эту Октябрьскую железную дорогу. И к этой дороге люди пристраивали железнодорожные казармы, работали люди, а потом лесопунт образовался. Сколько леса в стране-то отправил. Увозили его поезда на народные стройки, на шахты, возводились в стране города. Население было в моем сельском совете 911 человек. Здесь был лесопунт, три магазина, райпол, железнодорожный. И ОРС Дрегельского леспромхоза. Лесопунт тут был. Лес заготовляли, отгружали. И сейчас являюсь старостой. Все информации, где что, где машина, где автолавка, где что, все идут через меня. Я все. Хлеб считали? Хлеб посчитала. Да. Вот печенье. 56. 36. 36. 43 рубля. Другой, а у вас яички есть? Кто? Яйца есть. Нет. Только два. Двух мало, пожалуйста, тебе мать. Хватит. Лес заготовляли, отгружали. Вот я писала, что мой поселок Лесной в Новгородской глубинке назван именем Ты ручейка, что теребит болота, лесные овраги, унося свои воды в бека. Сколько леса в стране-то отправил. Увозили его поезда на народные стройки, на шахты, возводились в стране города. Сколько славных людей здесь трудилось,
уходили на отдых потом. Славен ты не углами коврами, славен ты своим честным трудом. А теперь обмелел, обезлюдил, уезжает от нас молодежь, но мы остаемся, работаем, и ты, как прежде, журчишь и живешь. Только напился и шел. Ну вот я вот взяли и повели в болото, а там большие была камни, ты забираешь, такой камень широкий, большой, и говорю, лечь на Пецку, лечь на Пецку, лечь на Пецке. Это же правда было, да? Да нет, но еще говорю правда. Вот в деревне так живем, потихоньку хлеб жуем. То правительство ругаем, то с соседями скандалим, то дрова на санках возим, избы топим, шерсть прядем, то ругаемся вдруг матом, то вдруг пляшем, то поем. Черти что, сумасшедший дом. Неужели и вправду мы в этом мире живем только временно? Как гостя. Так течет тихонько жизнь, день за днем, за годом год. И не знаешь, что нас ждет. Такие дела, ребятки, у нас. Солнце светит днем, глядит на худые наши дела. От них пакостится, а ночью люди делают дела еще хуже. От этих солнышка еще больше. Запакостилось бы и перестало бы нам светить. Поэтому оно заставило ночью светить месяц. Он тоже глядит на людские дела и рассказывает о них солнышку. От этого солнышка бывает печально. А утром встает в тумане, а потом заплачет, пойдет дождь. Свали отсюда! Не сиди здесь! Так. Вот так. Надо Васе сказать, чтоб еще песка натаскал. Вася, а пойдем гулять? Все тот же стук, все той же веткой. Бригадир в окошко мне стучал. И с красивой, озорной девчонкой на работу в поле назначал. На заре будил он всю бригаду. И казался тот счастливый год. По бригадирову наряду даже солнце яснее встает. В ту пору мне была мила девчонка. Когда под вечер шла она, волоса на ней звенели звонко, как золотистые струны льна. А ты помнишь, обещал? Достал? Правда? Какое оно красивое. Да постой! Напялила сразу. Вась, ну ты чего? Вась, ты чего? Ты обиделся, да? Thank you.
ту пору был я слишком молод и рассуждать не мог всерьез. А к осени уехал в шумный город от льняных рассыпчатых волос. Я могу, мой век еще не прожит, вернуться к елкам в новый мир. Но вернуть несчастье уж никто уж не поможет. И даже бородатый бригадир. Вали отсюда! Привет, Николай Иванович, не разбуди его. В каком расстоянии от Черепутинца эта тропочка примерно будет? Ибо и видна ли у нас дороги? Не пройдут они ее? На 6-м километре примерно. Хорошо, Николай Иванович, спасибо. Как здоровье, как дела? Нет, ты вот что не говори. Что-то есть в природе сильное, божественное. Все построено. Уши, глаза, нос. Сложная история. Где этот Вася? Принес бы Валюшку чуть-чуть. Баю-баю-баю, живет барин на краю. Он не беден, а не богат, у него семеро ребят. Я раз за дровами ездила, наложила полный дров, не запела песню. Надо выезжать, ворота закрыла, глядь, как стоит человек выше леса. Руки вытянул, на меня валится, растопырился весь. Я закричала, упала, ударилась. Он не похож на человека, это разгорячившись валится прямо на меня. Говорят, это к худу, а к добру запомнить надо бы. А у меня жизнь такая же, все качается. И худо, и добро. Сосны лапища растяяли от зимы и до зимы. Няни земли хозяин, и не мы. Все по лавочкам сидят, качку масляную едят. Кача масляная, ложка крашеная. Ложка гнется, нос трясется, душа радуется. Карим! Сейчас чай попьем, я поеду, а вы потом тоже поедете. Там трактор проехать, а видим, как же белянка. Белянка не надо. Сына там будет кхай, а вы его плачут. Без толки и мазы дома, город шатна была. Хрипную булки и льна, руку сапать и не было. Пошли вы поручу. То есть, а теперь любая ЦСУ просит, чтобы я документы дал. Я говорю, почему? Налоговый сам, я думаю, самый большой орган это налоговый государство. Тогда налоги. Они разрешают, никакие бумаги не сохранят. Миллион получил, 60 тысяч заплатил. И тратит деньги как хочешь. А тут уже... Мерикома, мерикома, мерикома.
возьмите у меня жадности, не возьмите сосну, березу с корнем съем. Сидит на дереве, дерево поваливши, сидит на дереве и вот так. Где ты был? А я с дяденькой ходил. Видишь? С дяденькой ходил, значит, сейчас новый лес подхватил его. Кому ты там нужен-то? Сам-то подумай. Пошутил он с пьяну-то. Да, мам, нормально я устроюсь. Хочешь, в первом же письме тебе напишу, что да как. Напишешь? Ни черта ты не напишешь. Настя. Оставайся. Серьезно. Я провожу тебя. Сад балов, сад балов, сад балов.
Гихті дійшла. Колишка теза почула, де вогнула революція. Кабілятор не міг на. Мотор не кладе на казак, ти туша. Нас до спудянва. Амбрас так ема, по переводе и произойдет перерыву. Зов я хотел бы позвонить. Звучит, он был давай. Він гей усунув у стані коліса гізи. Может, останешься? Я ж не навсегда. Осмотрюсь, что там да как. А потом... Пожалуйста. Напишешь? Будешь писать? Вася! Поцелуй меня. Пропал мальчик и все. Четверо суток мальчика не было. Искали все и не нашли. Четверо суток не было. Не приеду я больше! Слышишь? Не приеду! Парень у соседей был. Все черемку брали, и он захотел пойти. Мать не пускает, а он просится. Но мать с простой души. Доведите, Олеший. И ушел. А тут его и день нету, и второй нету. А на третий встретился. Передайте, говорит, матери привет. А я теперь отсюда уезжаю за большие гора. Мама, я ничего не знаю. Ничего я не знаю.
Люди рождаются, умирают, пока солнце светит, греет. Как греть перестанет, рождаться перестанут. Что-то есть в природе, созданное очень сложно, что никто не знает. Да.